Игра называется «Максимальный экшен». Уже по музыке понятно, что это именно то, что нам надо. И видеостудия, которая снимает фильмы, так сказать, киностудия. Так, теперь мне надо создать своего персонажа. Но этот выглядит как-то не очень убедительно. Только мне кажется, это как раз для кекса прям игра. Здесь нельзя натягивать лицо, но уже близко к этому, потому что выглядит, как будто кто-то его натянул. В этой шляпе можно фильмы с Чарли Чаплином демонстрировать. Но, наверное, больше всего вот это вот похоже на мою прическу. Мне всегда нравились классические боевики с чуваком в майке. Чё-то вот типа того. Лицо нормального цвета хочу сделать, а не трупного какого-то, но не получается. Куда я ни кликнул, все цвета какие-то трупные. Блин, ну так вот пусть будет, это почти Макс Пейн. Вот эти вот очки. Кайф. Поехали. Мне нравится. Левт-шифт, чтобы замедлить время. Кайф! Это лучшая игра из всех за последние 100 лет. Наконец на компе вышло что-то достойное. Нажмите В, чтобы в прыжке ударить ногой. Ну-ка. Это как в Фире такое было. Кидание стволом может разбить стекло. Это правда. Ну ладно. Поехали. Спасибо. Ну, возьмем револьверыч и пистолет с глушителем. И лазерным целеуказателем. Мне кажется, это самая балдежная связка, которую можно представить. Так, вон уже и противники. Ну, погнали. Я ни хрена понять не могу. Все очень сильно лагает. Ща я переборщил с настройками. Не будем выпендриваться, похоже, это не та игра. Тут отдача, блин, есть. Так, чуваки, это слишком хардкорно. Тут пишет, я хочу так умереть. Не знаю. Мне почему-то вспоминается Mortal Kombat Annihilation, где Соня убила какого-то из ниндзя. И там еще был обзор Ностальгии Критики, где он озвучил, что, типа, лучшая смерть ever, потому что она его ногами как бы придушила. Мне кажется, это самое балдежное. Я даже не знаю, я... Блин, давайте ТТ возьмем. Наш русский ТТ. С ним наверняка что-то должно получиться. Даже два, один с глушителем, один такой. Пипец они... Да их много слишком! А! Я умер, да? Или нет? Не, но это лучшая все-таки игра, я не ошибся. Так я прошел туториал, это был туториал. Ладно. Это первый уровень, госпиталь, типа. Пока. Можно захиляться как-то. Помните фильм Джона Ву «Hard Boiled»? Ну, круто сваренный он у нас назывался. Это, походу, по этому фильму. Шоу Юнифатом. Воу, вот это флекс. Так,
врываемся. Дай, как правую, как вот левую пушку перезарядить? Хотя ладно. Пипец. Он еще жив. Блять, там какой-то пират. Я был слишком агрессивен, но это была оправданная агрессивность. Дядь, ты чё приуныл-то, алё? Play movie? Это чё такое? Фильм... Фильм по низ муви. В главной роли Хакин по низ. Так оно всё и было. Блин, если уметь играть, то можно, наверное, красивые моменты делать, но... Большую часть времени я просто тупил, пытаясь найти оружие. Да блин, хватит, Илья, почему ты постоянно ковыряешься, смотришь в пол? Так, ну да, это... Чтобы это было нормально, здесь хронометраж растянут, короче. Башкой просто. Как он улетел? Да, это лучшая игра. Лучшая игра, лучшее кино, которое можно было бы снять. Улицы, ресторан, джунгли. Салун! Блин, я хочу в салуне. Хочу в салуне поместиться. Да-да, я понимаю. Это лучше, чем Red Dead Redemption 2. Блин, да почему я все время врезаюсь в дерево? В дверь, точнее. Да не вовремя ты... Ой, ой-ой. Блин. Меня вырубили. Жалко. Но тут тяжело пройти, тут патронов очень не хватает, конечно. Нет, нет. Фух. Чьи это за катакомбы? Они, создатели этой игры, уверены, что так можно стрелять вообще в принципе. О, выход. Но я считаю, этот ковбойский триллер надо заценить. Да, я в главной роли. Был на грани. Но Fortnite Flex, я так этот мув называю. Там, да, рука какая-то летела. Бэм! Бэм! Бэм!
Там непонятно, что произошло куда-то. Паунс в окно. Эх ты, сука. Это был напряженный момент, кстати. Блин, в этой игре надо натяжку лица сделать. Вы прикиньте, какая уморюха будет, если еще с твоей мордой все это. Но дальше можно не смотреть. Не, классно, классная вещь. Да, Макс Пейн сосать. Тут невозможно не согласиться, это, конечно. Это было весело. Гати. Ну, это, конечно, что-то такое. Она стоит дороговато для такой игры, где просто пофаниться, пострелять. Но я помню, вот была другая игра, Супер Ход называлась. Она менее фановая была, но при этом народ... Большинство народу о ней знает. Но эта игра не выпадала на сабдей. Я просто сегодня ее на ютубе увидел в одном видосе, решил почекать. Мне кажется, такие игры как раз для сабдня, они в любом случае хороши.